Итак, всем известная русская пословица «Рыба гниет с головы». Перефразируя ее в современную Россию, скажем, Россия тормозит с головы. Россия тормозит с Москвы. Могу это точно утверждать, потому что сам пострадал от этого. Камера моя идет уже, по-моему, третий месяц. Мой автоспортивник тоже пострадал. Ну, а мы приехали сюда, чтобы в разряде или в порядке новостей рассказать о том, что все те, кто заждались оригинальную оптику на свой автомобиль и еще кое-что, могут возрадоваться. Yes! Москва разродилась, и товар пришел. Но не новости, не новости. Занимались ими. Дело неблагодарное, типа визит московского чмошника и пул голодных журналистов. Нам роднее помогать тем людям, за делом которых будущее. Это частный бизнес. И бизнес-новости от автоспорттюнинга. Поступление нового товара. Ну вот, я как почти кандидат технических наук, а специалисты, которые здесь работают, как почти инженеры, долго разбирались. Смотрите, такая штучка есть. Интересная фигня. Холодный впуск. Причем на турбированный двигатель, нулевик, разумеется, монтируется вот сюда, а снаружи закрывается вот сюда. Куда ставить, толком не знаю, но предположил, что надо сделать дырку в капоте. Это мое предположение. И, в общем, вот если вы хотите тут разобраться с тем, что вашему автомобилю действительно не хватает, приходите сюда. Тут действительно есть кое на что посмотреть. Из того, чем человек может наслаждаться бесконечно. Нет, это не огонь, вода и лицезрение того, как другие работают. Это распаковка товара, нового и оригинального. А это предмет особой гордости – оригинальная оптика. Я всегда говорил, Европа штампует, или по крайней мере штамповала, хорошие, но одинаковые модели. Ей консервативные мелочные старушки до штатов далеко. Но небольшой тюнинг делает свое благодарное дело. И вот ваш автомобиль приобретает индивидуальность. Вы уж извините, вот этот небольшой творческий беспорядок. Но действительно есть на что посмотреть. Мы только что увидели очень приличную альтернативную оптику на Audi A6. К сожалению, она уже в заказе и куплена. Но привезут еще, не беспокойтесь. А вот та вещь, которая на BMW понравилась, Ну давайте теперь о том, а точнее о тех вещах, что более актуально. Недостаток света и освещенности – это отличные противотуманные фары. Вы хотите, чтобы ваша машина стала более агрессивной? Смотрите, Subaru ездят такие носатые. Ну, пожалуйста, вот накладочка, всем недорого. И тем более не обязательно, что у вас стоит турбокит. Можно и из серьезного автомобиля, даже отечественного серьезного автомобиля, сделать более мощную машину. Кстати, вот безболезненная доводка за небольшие деньги. Долой многокилограммовый глушак с вашего Мерина. Стильный басок. Это было и есть модно. Но пришел сюда, и меня начало на хихи пробивать. Почему? Ну, потому что на базар зашел и увидел, ну, в принципе, то же самое, но по другой цене. Казалось бы, магазин и цены должны быть выше, чем на базаре, а вот нет. Вот эти баночки на отечественные автомобильки от Проспорта, между прочим. Ну, в потолке две, ну, две с небольшим. Откуда такие смешные цены? А все очень просто. Работают серьезно и являются официальными дилерами от Проспорт. Не буду банально перечислять новинки. Посоветую самим заехать. И вы, если, конечно, вам не чушь тюнинг, гарантированно задумайтесь над приобретением полезного девайса. Как выглядит Porsche Cayenne или Subaru Tribeca? Ну, конечно, вы скажете, стильно, двойная система выхлопа. Сочно, да? Ну, пожалуйста, можете из Нивы сделать тоже сочный автомобиль. Можете из двенашки. Вот такая штучка. Раздвоитель выхлопных газов. Замечательная гравировка Проспорт. Тоже здесь есть, в автоспорт-тюнинге. Ну и современные модные фары от BMW, помните? Световые пушки. Почему бы не сделать и в девятке световые пушки? Берете накладочку на панельку. И, пожалуйста, поворотка, тормоз и сигнал движения задним ходом. Ну и модули, в принципе, есть. И по секрету, мы тут потрещали и решили кое-что замутить из разряда глубокого улучшения и восстановления одного автоконструктора, ушатанного на глушняк. И верим, это нам по плечу. Итак, на автостоп равняйся. Почему мы можем так смело утверждать? А потому что мы не сидели сложа руки в тот момент, когда страна находилась в глубоко коматозном, похмелозном состоянии после Нового года и череды праздников. Что мы делали? А мы затаривались. Вот здесь, кстати. Автоспорт-тюнинги, что на набережной 2. И очень скоро, после того, как растают сугробы на телецентре, а именно там, в одном из гаражей, стоит мой красненький самолет, вы увидите, как мы круто его утюнингировали. А вам слабо?